Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Одной из тем стала ситуация с лесными пожарами на территории Нижегородской области. По словам Михаила Мишустина, президент постоянно держит ситуацию на контроле. Сейчас еще достаточно острая ситуация в районе города Саров, на территории Республики Мордовия. В самом городе Саров по итогу пройдено огнем 290 гектаров, и сейчас открытых очагов нет. В Республике Мордовия, на территории национального заповедника, 11 тысяч гектаров. Пожарно-спасательные подразделения продолжают работать в круглосуточном режиме, окарауливают границы населенных пунктов, проливают и дотушивают очаги пожара. Для мониторинга обстановки и разведки очагов пожара активно применяют беспилотники. Можно сказать, что ребята побеждают, действительно серьезная ситуация, но сейчас она полностью в контроле локализована. Также для ликвидации очагов в маловодных районах привлекают 3 пожарных поезда. Продолжают работать комплексы «Шквал» и «Водолей». Более 1200 человек тушат природные пожары. В их распоряжении более 250 единиц техники.